Танцевальная команда подопечных Апатитского психоневрологического интерната номер один приняла участие в областном конкурсе инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья». В Мурманске коллектив взял сразу несколько наград. Современный танец с элементами хип-хопа под названием «Сельская дискотека» сорвала овации зала. Участников отметили дипломом фестиваля. Дуэт «Аура» в исполнении подопечного интерната Андрея Воронцова и инструктора по адаптивной физкультуре Оксаны Краснощек взял лауреата первой степени. Педагог-хореограф представила презентацию социокультурной программы «Инклюзивные танцы», которую реализуют в интернате больше года, и стала лауреатом третьей степени. Это не первые награды, которые с гордостью привозит домой танцевальный коллектив «Свободное движение». Прошлой осенью подопечные интерната номер один под руководством Оксаны Олеговны успешно выступили на международном фестивале по инклюзивным танцам в Москве. Стали победителями сразу в двух номинациях. У коллектива всегда есть творческие планы. Какие они на ближайшее время? Об этом следующий сюжет. Ты такая классная, крутишься просто. Сегодня в танцевальном коллективе интерната занимаются 12 человек. Возраст участников от 21 года до 46 лет. Их руководитель считает, что творчество благоприятно влияет и на настроение, и на общее самочувствие. Для ребят это мощный реабилитационный эффект. То есть у них есть возможность при поддержке, да, путешествовать, видеть мир. Учреждение такое закрытого плана, да, и у ребят нет самостоятельной возможности делать, совершать эти путешествия. А занятия танцами и работа в коллективе дают такую возможность. Ребята все очень способные, талантливые, и, конечно, они хотят проявлять свои способности. В числе достижений свободного движения – победы на областных и международных конкурсах инклюзивного творчества. Участники отмечают, выступление для них – возможность проявить себя и побывать в разных уголках нашей страны. У меня поездок, ну, берет восхищение, то, что нас вывезли, мы смогли поучаствовать. Жизнь не стоит на месте, она идет вперед и даже делается лучше в нашу сторону. И я очень рад заниматься с Оксаной Олеговной, и она меня, ну, всегда учила и будет учить, и мне очень нравится с ней. И я хочу в дальнейшем всегда заниматься с ней. Я занимаюсь танцами с Оленегорском, вот, и дальше продолжаю работать с Оксаной. Вот, спасибо Оксане большое, что дала такую возможность участвовать. У меня мечта есть ездить во всех мероприятиях. На областной конкурс инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья» хореограф Оксана Краснощек ездит с детским коллективом «Северная инклюзия». Ежегодно занимает первое место. В этом году к участию представила из своих подопечных Апатитского психоневрологического интерната номер один. Выступили не хуже опытных участников. Надо только еще поработать над синхронностью. Очень много фестивалей, которые хотелось бы посетить. Это непосильная нагрузка на учреждение финансовое. И мы ищем, конечно, партнеров, которые помогли бы нам реализовать эту идею и, ну, позволить ребятам осуществить их мечту. Сейчас подопечные психоневрологического интерната номер один готовят праздничную программу выступлений ко Дню Победы и мечтают о поездке на международный благотворительный танцевальный фестиваль, который состоится в Москве уже этой осенью.